17 медалей различного достоинства завоевали спортсмены нашего региона на Кубке страны по адаптивному плаванию. Всероссийские соревнования прошли в подмосковном Раменском и стали отличным завершением календарного года для наших пловцов. Аким Самедов продолжит. Вода – их стихия, однако поздравления все же лучше принимать на суше, за столом и чашкой чая в руках. Пловцы региональной спортивно-адаптивной школы в этом году собрали 42 медали на различных всероссийских стартах. Из них 17 на недавнем Кубке страны. В числе триумфаторов Максим Машков, записавший на свой счет рекорд России. Это были, наверное, мои самые большие соревнования в жизни, в которых я участвовал. Они прошли для меня очень успешно, очень продуктивно. На них я как раз и выполнил мастера спорта, мне прислали кандидата мастера спорта. Но, пожалуй, самое яркое выступление на Кубке получилось у Галины Федуриной. 3 года назад она практически не умела плавать, а сейчас, выступая на 6 дистанциях, смогла выиграть 6 золотых медалей. На самом деле не ожидала. Это морально... Морально устаешь перед заплывами каждый раз, боишься, чтобы не ухудшить результат, правильно сделать повороты, грибок, чтобы улучшить время. Я очень устала и морально, и физически. Преодолевать усталость и добиваться новых рекордов пловцам помогает наставник Елена Яковлева, которая каждого спортсмена отбирала лично. Тут уже смотришь, что как он пловец из себя представляет, что он из себя представляет, как спортсмен, какой у него будет класс. То есть класс я достаточно точно умею определять. То есть, ну, это не себе как бы лещу, просто я знаю, что если я вот знаю, что спортсмен у меня вот этот в этом классе будет плавать, то мне уже легче его и готовить. Легче готовить пара спортсменов было бы и в новом удобном бассейне. О его строительстве пока громко не говорят, но точно задумываются. Мы рассматриваем возможности строительства бассейнов в городе Архангельске. Я очень надеюсь, что у нас в перспективе совместно с инвестором эти проекты будут реализованы. Чтобы все в итоге сложилось, это желание пара спортсмены загадают на Новый год, а пока готовятся к новым состязаниям. Ближайшие уже в феврале. Аким Самедов, Михаил Меньшенин, Светлана Михеевская, Регион 29.